перепрохнули бы. Все-таки шлезина красавица. Продают мороженое. А он тут он так вообще закручен. Бегает шум. Где же смысл тренера? Вы же тут вот. Ну, блогер захватил. Дрома в ассалете зачем? Ну, нам сейчас надо. Тарак. Осталось один то, сколько они хотят. Бесплатно почти что-то. Отношение плюс 60%. Но с позитивом написано наоборот. Ну типа снимается. А что тут думать? Могли бы его давно забрать. Но он не особо за это. Как бы должен был, но не то направление, там габло все. Он хочет реваншоза. Явно. Это сходу объявляет войну. Ну что в компании победили? Ну какие по компании. Ну может он хитрее все это. Ну так, наверное, не пиливая. Маскировка рукава. Диасканаль какая-то. Мэрбрах, диаскана. Печенье. Драконица. И вот. Ну это не герой, это стандартная армия. Чищенье. Ну, снегер. Ну, драконий снегер или нет? Скорее всего, снегер. Сто пятьдесят, в общем. Чтоб не ждать. Ну сейчас ситуация изменилась, надеюсь. Мы не узнали, что там. Ну тут, да, статуя дает мощь. Ну типа 14 армия типа. Опыта. Ну с
цел море това. Вали да могат. А ту, особо не помню. Деликасината не крайне подъехта. Пройти не выгодно. Гномы. А еще один не крайне. Ну, по крайней мере, большая вероятность, что сюда никто быстро не доберет. А, может, и доберет. Может, мы доберем. Ну это там дарма, наверное, это и есть этот ход. Это наш ход и есть, да, так. Вот мы едем. Саду. Ну, в любом случае. Может, так как накрошняемся. Кто-то свои идеи приняли, но их надо предусмотреть. Потому что мы все изучили. Ага, и тут. И что так? Какой-то пол. Где-то сам ничем не связан, как бы, с самим собой. И сломки. Вот сломки, да. Ну вот дорога, да. Дорога брака, да. Сундук. Где-то ход тут, вот, наверное, где-то ход. И... попадает в этот город. В этот город легче. Город. Воронки. И все это вот этот город. В общем, твердокожего. Драконица. А может быть добрая обзорница. Мне потом друг друга поиграть. А где конкретно тот ход? Где ход? Вот тупо, по-моему, нет. Этот. Так это несколько ход. Зурвака придан. Придана. Да у нас с одной стороны силы как бы большие. Локально меньше. Садрин тогда пошла, тот континент. Где? Вот когда летальная граната будет распределяться, будет понятно, кто где подошел. Ну, смысл. Может, если что-то будет не так, то как он будет?